Добрый день, друзья! Сегодня мы изготовим очень интересную и практичную самоделку, с помощью которой можно будет добывать электроэнергию из огня. Весь монтаж я произведу на вот такой плате с лепестками. Первой и, можно сказать, основной деталью является стабилизатор. Стабилизатор на 5 вольт. Припаиваю его выводы к лепесткам. Кроме стабилизатора, устанавливаю также еще два конденсатора электролитических емкостью 3300 микрофарад. Можно больше. Больше лучше. Схема всех соединений очень проста и представляет собой обыкновенный классический стабилизатор напряжения на 5 вольт. К выходу устройства подсоединяю USB гнездо. Для обеспечения возможностей контроля напряжения на входе стабилизатора устанавливаю вольтметр. Добавочное сопротивление для вольтметра подобрано таким образом, что реальные показания стоит умножать на 2. Допустим, отметка 2 означает 4 вольта, отметка 4 – 8 и так далее. Следующее, что мне потребуется, это два вот таких здоровенных радиатора. Они могут быть и другими. Чем больше, тем лучше. Между ними закрепляю специальный элемент. Для лучшей теплопроводности все поверхности покрыты теплопроводной пастой. Подходящую емкость кладу пару кусочков сухого горючего и поджигаю их. Жду некоторое время. На данный момент напряжение составляет порядка 12 вольт. Как можно заметить, электрического тока хватает даже для зарядки пауэрбанка. Как вы, скорее всего, догадались, в данном случае речь идет о так называемом элементе Пельтье. Если одну сторону этого элемента нагревать, а другую, соответственно, охлаждать, вырабатывается электрический ток. Обязательно летом, если будем живы и будет все хорошо, попробую возгромоздить эту конструкцию на угли костра и посмотреть, сколько получится добыть электрического тока. Пишите свое мнение в комментариях, жму руку. Но пасаран. Всего хорошего. Пока.